Добрый вечер. Меня зовут Олег Григоренко. Я проживаю в городе Феодосия. Это в Крыму. До недавнего времени я работал в области военно-промышленного комплекса, специалистом по обслуживанию и эксплуатации специального оборудования при введении в действие объектов военно-промышленного комплекса. Но, правильно говорят, человек в какой-то момент своей жизни, где-то после 40-50 лет, подходит к некоему рубежу, когда приходится выбирать. Либо ты идешь дальше в развитие, то есть продолжаешь развиваться как личность, как человек, либо ты остаешься на тех позициях, на которых ты был до этого. Ну и с очень большим риском ухода, так сказать, в откат, в рецессию, с последующей деградацией. И вот ты к подобному же рубежу подошел и я. Каких-то особых дальнейших перспектив своей профессии я уже не видел. Развиваться там было некуда. Ну, возник некий тупик. И вот тут как раз подвернулась возможность ознакомиться с курсами Елены Червонец. Не скрою, я раньше проходил некоторые тренинги и обучающие курсы, но это они более, так сказать, в сфере психологии находятся, нежели имели отношение к бизнесу, маркетингу. Я вообще, честно говоря, считал, что маркетинг и сфера бизнеса – это не мое. Но, как показала нынешняя ситуация, что если человек хочет дальше, так сказать, развивать себя, то он должен пробовать разные направления. Ну, естественно, к этому подтолкнула и финансовая сторона вопроса, потому что зарабатывать какие-то серьезные средства в регионах, находясь на государственной службе, работая по найму, сейчас практически нереально. Вот. И из всех я просматривал многие программы обучающие, которые были по вот этим направлениям. Наибольший интерес у меня вызвала именно возможность изучения контекстной и поисковой рекламы в сфере Яндекса. Почему? Значит, могу объяснить так, что данная сфера позволяет человеку постепенно раскручивать такие области своего сознания, которые работают с аналитикой, с анализом данных, с возможностью простраивать какие-то стратегии, делать разновариантные выборы. Это интересно, это захватывает, это увлекает. Конечно, есть технические моменты, которые обойти не удалось, и после прохождения первой начальной стадии предобучения я с этим столкнулся в полной мере. Но, тем не менее, интерес, это только подогревает, как говорится, интерес. Я надеюсь в дальнейшем, что все-таки мне удастся осилить эту программу, дойти до финиша и применить свои знания в, как говорится, практическом русле. Что понравилось и что меня привлекло именно в школе Елены Червонец? Во-первых, проработка курса. Я уже говорил, что я сталкивался с разными вариантами построения программ обучения, с разными подходами к ним. И вот на такого структурированного, структурно разработанного и хорошо выстроенной системы обучения я, честно говоря, не встречал. Кроме того, меня подкупила та простота, с которой идет подача материала. То есть наиболее, в общем-то, достаточно сложные для неадаптированного к этому восприятия, они плохо воспринимаются, они все-таки требуют какого-то внимания, многократного просмотра. Здесь все это заходило очень хорошо. Ну и очень, естественно, очень мощный раздел в предобучении – это психологический курс. Подготовка шла на высочайшем уровне. По сравнению с некоторыми остальными вариантами школ, как говорится, небо и земля. Мне очень понравилось. Это огромное спасибо преподавателям за их терпение, за их внимание, которое они уделяли. Даже если задавался совершенно такие, в общем-то, примитивные вопросы, но, к сожалению, они были важны. Большое спасибо Елене, большое спасибо группе преподавателей. Желаю вам успеха и удачных практик, удачного развития вашего бизнеса. Всего доброго.